Здравствуйте, дорогие друзья! Магазин «Автоток» рад представить вашему вниманию вот такую универсальную 2.1 магнитолу на базе операционной системы Android. По внешнему виду это планшет. Вот такой планшет. Обычный Android планшет, но с хорошим усилителем, с подключением GPS, комплектацией выносная антенна, радио, предохранителем от защиты. И ISO-коннектор для подключения к автомобилю. По передней панели, это экран, все лаконично, ровненько, микрофон, ресет, питание, домой, назад, обычный планшет-телефон. В операционной системе у нас тут установлен Android 10, 1 гигабайт оперативной памяти и 16 встроен, 4-ядерный процессор. Вот перед вами основное меню. Здесь так разрешить. Это при первом запуске спрашивают разрешать я данные получать. Здесь спидометр, то есть он работает от GPS, я так понимаю. Куча тем. Можно сменить тему на любую, то есть различные тут темы. Вот. Мы вернемся по умолчанию. Что здесь еще? Bluetooth, соответственно, для подключения телефона. Других внешних устройств, приложения различные есть у нас, галерея, тут Play Market, YouTube, все основные, то есть карты, навигация, все здесь есть. Можете свои дополнительно какие-то поставить, какие вам необходимы. Радио с запоминанием, с показом информации RDS, так называемой информации о треке или там программе передач с радиостанции, получает, отображает все на экране. Поиск работает, тут подержали, записали какую необходимо вам радиостанцию. В общем, отличный вариант, мне кажется. То есть музыкальный проигрыватель я вам не показал, вот он, музыкальный проигрыватель и эквалайзер. Настройки автомобиля, тут можно кнопки руля, то есть настроить под себя. Так, девайс порт, информация по информации. Так, у нас тут 4-ядерный 1.3A7 процессор, дисплей с разрешением, кстати, IPS матрица неплохая, 1024x600. И, где у нас система? Android 10 на нем установлен. Эквалайзер, понятно. Настройки разработчика, пароль в инструкции. В общем, такая шикарная магнитола за относительно небольшую сумму денег. То есть тут Wi-Fi, Bluetooth из внешних модулей. По комплектации у нас крепление в комплекте с болтами. Потом USB кабель, 2 в комплекте идут, GPS антенна, ISO коннектор универсальный, RCA разъемы для различных устройств, в том числе камера там заднего вида, сабвуфер, динамики и так далее. Для камеры заднего вида еще шнур. Вот что у нас по комплектации. По любым вопросам звоните и пишите. Автоток.ком. Телефоны там указаны, контактные данные. Заказывайте. До свидания. Посетите наш сайт. Здесь представлен широкий ассортимент автотоваров. По всем интересующим вас вопросам звоните или пишите в WhatsApp.